Культурное осяроддзе Беларуси понесло страту. Помер мастак Вячеслав Захарынский. 14 кастрычника ему исполнилось 66 годов. Вячеслав Захарынский – сусветно вядомы живописец. На Заходе его творчасць стала популярной у 80-х годах минулого стагоддзя. У Национальном мастацким музее у Минску, а потом у музея Павла Масленникова персональную выставу он организовал 3 года тому, коли вернулся на постоянное место жыхарства у Беларусь. Вячеслав Захарынский – уладальник медаля Франциска Скорины, был визитарным профессором Европейской академии мастацтва у Варшаве и официальным яе представником у Беларуси. Его картины заховываются у галереях США, Канады, Франции, Германии, Голландии, Италии, Польши, России, Турции. Вячеслав Захарынский жил у Минску, а летом у Глузку, на Малой Родиме. Есть свой уклад. Если в больших городах все стремительно происходит, все куда-то спешат, массами, большими толпами, то здесь в провинции все немножко замедляет свой бег. И ты можешь вспомнить детство, ты можешь вспомнить друзей, которых уже нет, возможно, в этой жизни. И поэтому это есть своя прелесть провинции, провинциального городка и провинциального уклада жизни. Я могу выйти, спокойно пройтись по улице и встретить человека, спокойно стоять с ним, разговаривать. Не надо говорить, слушай, извини, я спешу пока там. Знаете, все сейчас деловые, все куда-то спешат, а здесь спешить не нужно, потому что выше – это уже вечность. По завершении мастака его тело кремировали.